У ліпших традиціях супрематизму відбулася зустріча бризьких студентів з внучатим племінником автора знакомітого «Чорного квадрата» Ігорем Малевичем. Ураженнями поділиться Катерина Страха. «Чорний квадрат», «Белое на белом», «Полет на аэроплане» – назви полотна мастака-авангардиста Казіміра Малевича во всіх на слуху. Засновальник супрематизму, теоретик мастацтва, педагог і філософ. Об ім і його творчості шмат кажуть, спішуть і спрачаються. Одні лічать його звичайним мастаком-самовучкою, інші – геніальним живописцем і графіком. Малевич же у всех на слуху. Он в себе сконцентрировал вот основную идею авангарда, так скажем. «Черный квадрат» – это не только символ супрематизма, как направлений, стилевых направлений. Это символ вообще авангарда, всего. И простые люди задаются вопросом, а что это, а зачем это, вот, а умеет ли он рисовать. Доследованием життя сусветно ведомого живописца зараз займается его внучатый племянник, доктор физико-математичных наук, письменник и профессор Гарварда Ігор Малевич. На науковом семинаре нащадок Казіміра Малевича прочитав лекцію об мастацтві, відказав на питання студентів і представив своє бачення творчості автора знакомитого «Чорного квадрата». Я хотів би, прежде всего, для студентів, якщо це можливо, прояснити картину і філософію створення його основних произведений «Чорного квадрата», супрематизму, зв'язку всього цього з сучасною фізикою, сучасною життю і, в общем-то, попытаться відповісти на вопрос о том, почему весь мир увлечен Казимиром Малевичем, а мы как-то только слышали об этом и не очень даже интересуемся. Вот все, что у нас есть, наша архитектура, наш весь дизайн, одежда, которую носят женщины, цветные платья, много-много другого, это все придумано школой Казимира Малевича. Другая частка наукового семинара – презентация книги «Казимир Малевич. Узыходжение на крыш лесу». Это роздум об житті живописца и сенсе его творчести, каже нащадок мастака. Книга достаточно оригинальная, она пользуется таким взрывным спросом во всем мире. В настоящее время она переводится на немецкий и на английский язык. Ну и самое главное, что здесь есть попытка объяснить истоки и значение супрематизма вообще. А послядовников традиции супрематизма в областном центре немало. Подтверждение тому – выстава творчих работ студентов кафедры теории и методики эстетичной эдукации психолого-педагогичного факультета «Супрематичная весна». Супрематизм, он на самом деле такой вот красивый, и ну, это как основополагающий дизайн, то есть Казимир Малевич явился таким основоположником дизайна. Ну и мы решили создать вот такие вот замечательные композиции, сделали реконструкцию архитектона. Катерина Страха, Александр Сивицкий, областные новини, Брест.